Всем привет! В данном ролике покажу вам несколько интересных идей, как из разных подручных вещей и прочих железяк, которые порой валяются под ногами, можно сделать вполне годные и полезные самоделки или инструменты. Для первой самоделки понадобится всего один отрезок профтрубы длиной где-то 13-15 см, две гайки с кусочком шпильки на 8 мм и гайка М16. Ну что ж, обо всем по порядку. Вам приятного просмотра. Ну а я за дело. Ну вот, 15 минут делов, и у нас получается такой универсальный ключ. В моем случае я делал его для работы с разного диаметрами ПВХ-трубами, которые часто бывает очень проблематично разъединить. Как видим, с этой задачей наша самоделка справляется отлично, значит результат достигнут. Также его можно применить для откручивания различных крышек, заглушек и тех же масляных фильтров. И мы переходим ко второй нашей самоделке. Основана она будет на базе продувочного пистолета от компрессора. Наверное, уже многие догадались, что это будет. Конечно, если бы я не предусматривал в этой идее минимализм, и чтобы это было как можно проще и быстрее выполнить, то можно было бы заморочиться и сделать этот мини-пескоструй более усовершенствованным, и добавить в верхнюю крышку от емкости с песком еще одну трубку с подачей воздуха. Тогда, конечно, струя песка была бы более стабильной, но и в таком исполнении вещь получилась вполне себе рабочая. Для очистки небольших предметов или участков от ржавчины будет достаточно. Далее мы переходим к одному очень простому, но довольно полезному лайфхаку, как можно с пользой применить пробитое пластиковое ведро.
Если вам приходится работать одному, без помощника, то данная приспособа может очень выручить при работе по загрузке сыпучего стройматериала или опилок в мешки, а также контролировать объем засыпаемого груза в мешках. И последняя самоделка. Будет она полностью из профтрубы размером 40 на 20 и одной гайки с болтом. Погнали! Ну что ж, друзья, надеюсь, кому-то пригодятся данные идеи, кому-то будут полезны и сделают вашу работу более приятной и безопасной. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и здоровья, пока!